Всем привет! Сегодня покажу самую высокую новогоднюю елку в России. Название самой высокой новогодней елки в этом году соревновались город Грозный, где высота елки 51 метр, и город Красноярск. Высота новогодней красавицы 55 метров. Но вот эта елка не самая высокая. Эта елка находится рядом с моим домом. Мы просто вышли прогуляться, я заодно вот ее вот поснимал на камеру. А чтобы добраться до самой высокой елки, надо ехать на остров. У нас в городе есть остров, называется остров Татышев. Вот сейчас мы поедем смотреть самую высокую елку. Вот, показываю для сравнения. Вот елка, возле нее стоит грузовичок. Там люди что-то делают. Вот такая она огромная. Царь елка. Там даже дальше тоже грузовичок какой-то стоит. Все огорожено. Пока идут строительные работы, все огорожено. Но попробую подойти вот с той стороны зайти. Тоже что-то делают. Там павильоны строят. Ну вот пока она какая-то облезла. Потом ее украсят. Вот человек ходит возле елки. Какой он маленький по сравнению с этой пирамидой. Типа кафешка. Кафешка для особо нетрезвых. Мороз минус 15. Не каждый усидит за таким столиком. Thank you.
Масштабы новогодней елки впечатляют. Высота ее равна 20-этажному дому, а в диаметре 20 метров. Украсят эту гигантскую елку 60 тысяч светодиодов. Кто-то считает, что это вообще не елка, а конус мохнатый. Ну, доля правды в этом есть. Безопасность на дороге, безопасность, выглядит на уровне скорости,